20 дней мы не выходим из подвала. 20 дней. Мы буквально только вчера смогли после обеда немножко выйти. Мы не могли 20 дней выходить из подвала. Раненые судьбы. Конца и края нет. И самое главное, разрушены все дома. Это самое главное и самое страшное. Ни света, ни воды. Ни лекарств, ничего.